Местные жители выложили в сеть видео, на котором видно, как в открытую подъездную дверь течет бурный поток. Первый этаж их дома затопило сильным ливнем 30 апреля. И это не единичный случай. На пути к своим квартирам жителям не всегда удается выйти сухими из воды. В первый подъезд дома 28 на улице Максима Горького стекает вода. Местные жители уверены, что именно это служит причиной постоянной влажности и трещин в фундаменте, хотя капитальный ремонт был сделан всего 2 года назад. Сейчас ступени почти высохли, но проблема не устранена. От воды не спасает железная дверь подъезда. Такая ситуация сложилась 2 года назад, когда дорогу чуть выше дома подсыпали щебенкой и вдоль нее вырыли траншею. По ней вода стекает к пространству перед домом. Ливень, дождь был, нас залил весь подъезд, подвалы, все залило. Был фонтан, просто настоящий фонтан. Вода лилась из-под двери везде. Что можно было пройти, было вообще нельзя. Ливневый отвод перед домом при дожде также заливает водой. Кроме того, через решетки не слишком удобно ходить. Для беседы с жителями приехал директор управляющей компании «Тула-жилхоз». Когда строился этот тротуар, необходимо было здесь проложить специальный желоб для отвода сточных вод. То есть вот в этом вся и проблема. В ближайшее время этот вопрос все равно будет решаться. Потому что в таком состоянии оставлять, конечно, домовладение никто не собирается. А пока вопрос не решен, и коммунальное явление продолжает набирать просмотры в сети. Вопрос о ходе устранения проблемы будет поднят на следующем оперативном совещании в администрации Тулы. Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы.